На улице Советской Конституции 3А Брестжилстрой построил разноуровневые 7-9-этажные дома. Новая технология, которая появилась на предприятии, дала не только возможность повысить качество строительных панелей поверхности под краску, но и хороший эффект по энергосбережению. Чтобы завершить линию строительства, застройки улицы Советской Конституции, было выбрано это место. Мы посмотрели, что входит хороший планировки дом. Для того, чтобы немножко прикрыть там старые, как говорится, наши здания, хотя мы их очень уважаем, но более выразить улицу Советской Конституции. И нам это удалось сделать. Мы с 20-этажки перешли на 5-этажку, разной высоты получился фасад. И он, мне кажется, хорошо вписывается в этот район. Все дома энергосберегающие, и мы по-другому уже не можем и не умеем, и не будем строить. Сегодня время подошло такое. Мы по энергосбережению сегодня в стране занимаем одну из лидирующих позиций. Сегодня же линия застройки официально завершена. В этом убедился лично глава Брестской области Юрий Шулейко, который обратил внимание не только на внешний вид дома, но и на благоустройство территории, качество внутренних помещений и, конечно же, финансовую составляющую строительства. Но несмотря на обход дома председателем облсполкома, первые жильцы уже потихоньку начали заселяться. Среди них и вдова героя Беларуси Владимира Карвата. При содействии областного и городского исполнительных комитетов ей была оказана помощь с обменом и переездом в новую обустроенную квартиру. У меня сегодня очень радостный день. Почему мне нужен был переезд? В связи с тем, что моя квартира находилась на последнем 5-м этаже, где-то в километре от остановки. И уже было как-то тяжеловато добираться до квартиры, поэтому встал такой вопрос поменять ее. И вот благодаря губернатору Юрию Витольдовичу Шулейко все это произошло. Конечно, в тандеме с Рогачуком Александром Степановичем, Красовским Николаем Васильевичем. Ну и, конечно, огромную помощь мне оказал застройщик. Столько внимания, столько заботы я от них получила. Я очень благодарна им. В новой квартире вдова первого героя Беларуси обживается только несколько дней, но уже успела принять гостей, которые по традиции пришли с подарками. Во время встречи Юрий Шулейко высылал Нине Кирилловне слова поддержки и поинтересовался ее жизнью. Выбирала в укромном уголочке, чтобы окна были во двор, чтобы было поспокойней. Ремонт у меня единственный в этом доме квартира с ремонтом. Поэтому все молодцы. Если хозяйка квартиры всем довольна, то новоселье бесспорно можно считать состоявшимся.